Всем привет! А сегодня у нас Дуальт DCF-815. И вот такая у него беда. Человек тут что-то клеить пытался. И в итоге заказал новые запчасти. У меня, правда, аккумулятора нету. Но оно все рабочее. Человек просил просто поменять редуктор. Мы редуктор заказали, он уже пришел. Поменяем редуктор. Закинем туда вот этой красной смазки. Вы в комментариях напишите, почему ты не говоришь, какая смазка. А редуктор у нас, вот он, Дуальт сервис. Номер его N076008. Точнее, не редуктор, а корпус редуктора. Это просто корпус. Внутренности там нет. На нем, по-моему, фонарик. И все сделано тоже в Китае, как и у Боша. Многие запчасти. Но у Bosch, кстати, есть запчасти, которые сделаны в Германии. Например, вот. Это ротор и статор на штроборез GNF-20CA. Вот ротор, статор в Германии сделан. А вот выключатели, там редукторы на шуруповерты китайские. Так и, в принципе, у Дуальта. Что-то делается в Европе, что-то... Может быть, в Америке, я не знаю, не видел ни разу. Конкретно корпус редуктора этот китайский. Подшипник внутри игольчатый. У макеты, кстати, просто втулка стоит на таких винтовертах. Ну и фонарик. Провода. Вот на новом редукторе даже есть фонарика небольшой люфтик. Он не жестко здесь установлен. Здесь мы не проверим. А здесь вообще люфта нету. Жестко сидит. Давайте разбирать. Сначала снимем, разберем вот этот патрон. Нам нужно снять вот это стопорное колечко. Сняли. Пружина, кольцо. Потом еще одна пружина. Шарик тут должен быть. Вот это надо не потерять. Так, скрывать не будем. Открутили. Скрываем. Убираем. Переднюю часть отломанную. Ну, а это уже мусор. Можно фонарик только оставить. Может быть, на всякий случай.
принципе, весь редуктор. Сейчас мы его вытрем. Отсюда пыль поздуваем. И подключимся. Кстати, странно, с одной стороны вот эти подкладки есть, прилипло прямо к двигателю, а с другой нету. Вот такой простенький выключатель. Что за фирма? Маркуард, сейчас посмотрим. И двигатель, такое ощущение, что макитовский. Ну, двигатель как бы не макитовский, макит тоже не делает двигатели. Это точно такие же двигатели, как на маките стоят. Да, это могучий мотор двигатель, такой же, как и на макитах. А выключатель, эта компания основана в 1925 году, немецкая компания. Заводы у них, короче, она в 14 странах расположена, и продажи, и заводы. А заводы там есть и в Китае, и в Америке, и в Мексике, и в Индии. Кстати, обратите внимание, износ на ударнике. Собрал редуктор и устанавливаем на место. Ну вот и все. Стал теперь более-менее похож на новенький. К сожалению, нет аккумулятора, и мы им не пожужжим. Кстати, здесь установка более удобная, чем на макитах. На макитах вот так сразу не всунешь. Щелчка не слышно, просто вставил, и она уже держится. Маленький, компактный, удобный. Почти. Mm-hmm.